Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трешачок. Пооткрываем плюшки, которые у нас есть. Позабираем плюшки, которые мы получили. Точнее, сейчас получим. С кузницы лепрекона. Вот она заканчивается завтра. Я сегодня постараюсь забрать. Давали нам каждый день, вам дают по 4 вида ресурса за бесплатку и затрату одного самоцвета. Вот у меня уже накопилось, как видите, 36, и завтра еще 4, будет 40. Вот какие награды есть: руна таланта, 800 самоцветов, сумка питомцев, 3 рибит, камень пламени, 300 штук судьбы и сумка огнекрыла. Это первостепенные, скажем так, плюшки, которые вы можете получить. Такс. В общем, у нас много всего есть. Сейчас попробуем позабирать по максимуму. Профессор Рибит, в принципе, для меня будет очень-очень неплох. Однозначно не факт, что я его когда-то получу, поэтому мы его тоже заберем. Ну и, соответственно, заберем 800 самов и сумочки. Сейчас посмотрим, на что у нас чего хватит. Коды я вам напишу в описании, кто не успел там, либо кто что-то собрал, я вам еще раз их покажу. Такс. Карты богатства, зачем вы нам? Итак, профессор Рибит, 1142, значит, делаем 1-1. 4, 2, соединить. И бум, профессор Рибит. В вкладку почта придет вам через... Письмо придет не позднее, чем через 24 часа. Окей, есть. Дальше, следующий, что мы заберем. Руна таланта 9 левела. Такое, да, давайте сумки огника. Или 800 само, давайте 800 само. 4. 1-1-2. Что там они не дают соединять? Сейчас будет ржачно, если я не дочитал правила. И там только раз в сутки. Не, все нормально. 4-1-1-2. Вроде так. 800 самоцветов соединить. Бум. 800 самоцветов мы получили их, отлично, спасибо. Поехали дальше. Так, Рибит и этот есть, смотрим, что у нас еще есть интересного. Сумка питомцев, давайте сумочку огника заберем. Так, сумка огнекрыла. 1-5-1-1. 1-5-1-1. Поехали, соединить. Бум, две сумочки огнекрыла первого уровня. В принципе, тоже неплохо. Хоть, к сожалению, надо перезаходить вот так вот. Так, 300 камней пламени. Тоже как вариант. Ящик славы. Такое себе. Рибит, Рибит, руну 9 левела. Ну давайте заберем 1, 2, 2, 3. 2, 2, 3. Соединить. Так, руна 9 уровня. Отлично. Вот самое главное, то что здесь вот написано. Каждый день по 2 попытки. Так, нажмите на та-да-да-да. Каждая особая комбинация гарантирует награды только один раз. То есть больше вы не выиграете никак. Чтобы вы понимали. Поэтому повторно не вводите. Так, камни судьбы. 1-5-1. Соединить.
Камень судьбы первые 100 штук, отлично, забрали. Дальше, что нам интересно будет? Что мы еще не забрали такое? Сумка питомцев, третья 70 штук, думаю, тоже надо забрать. В принципе, неплохая тема. 2, 1, 1, 4, 2. То есть, как видите, можно дофигища насобирать всего. Главное не проспать, отлично. Питомцев забрали. Так, что еще интересного у нас есть? 30 самов, студеный, легендарные 103 штуки, 30 самов, ну такое себе. Ящики славы, пакеты опыта, студеный рыцарь. Три, один, 300 камней пламени, ну давайте попробуем. 3, 3, 1, 1, соединить. 300 камней пламени, отлично. Это все радует. Вот смотрите, как наградки. Неплохо, мне это нравится уже. Вот эта акция, одна из таких неожиданных, нежданных на русском сервере. Так, поехали дальше. Видите, я только половину даже не использовал еще. Так, студеные, ну, в принципе, студеные такое. Бум-бум-бум-бум-бум. Руны таланта. Давайте попробуем. Ящики славы позабираем. 2, 1, 4, 1. 2, 1, 4, 1. Соединить. Ящик славы. Ну, сейчас я не помню, что там за ящик славы. Первые 500, наверное. А, понятно все. В общем, это ящики славы можете не брать. Так, самоцветы. Ящик славы. Пакет опыта 3.10, 1, 4, 1, 2. Давайте его заберем, посмотрим. Ну, сразу посмотрим, будем хоть знать, чего ожидать, чего нет. В принципе, это уже дополнительные награды. Такс. Так, а что там, единички все не дает, да? Соединить. Надо минимум 8 материалов. Так, пакет опыта 3, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, соединить. Вот такой вот пакет опыта. Ну, такое себе, честно говоря. Так, дальше. Я надеюсь, это будет на постоянной основе это все. То есть минимум 8 вы тратите, да? Ну давайте потратим так. 2, 2, 2, 2 и 2. Соединить. Ящик славы. Еще раз соединить. Сущность рыцаря. То есть у нас уже пошли рандомные награды. Так, ящик славы. Пакет опыта. Ну, я просто так рандомно уже позабираю, чтобы плюс-минус у нас было. Студенный рыцарь. Пакет опыта. В любом случае, для бездоната это вообще топчик награды. Так, 4. Сейчас перезайдем. Заберем последнюю награду. Завтра еще что-то заберем. А
Не хватает. Видите, один не сможем забрать. А, не, подождите. 4, 5, 6, 7, 8. А, нужно клевер. Вот так вот. Придется ждать. Такс. Собрали. Что там у нас следующее? Опять то же самое. Окей, поехали, забираем плюшки. Что у нас получилось? Ну вот как-то так, ребятушки. Как по мне, это реально на сегодня самая топовая награда для бездона за сбор ресурсов. Может оно будет на постоянной основе каждый месяц, кто его знает. Надеемся на это. Посмотрим. Окей, поехали, пооткрываем плюшечки сразу. Так, перейти, это можно фрейку качнуть. Надо ее по чуть-чуть подымать. Так, фрейка, отлично. Дальше смотрим. Рульки у нас есть. Так, камешки добавились. Риббит, открываем обязательно риббита. Еще один недостающий у нас герой появился. Так, отлично. Открываем мешочки. Недостаточно места. Значит, там что-то имбовое будет. 100%. Так, это понятно. Ну, неплохо было бы отсюда, конечно, вытащить рвение, талантик. Так, осколки. Нормально, кстати, осколков падает. Может, осколками кого-то соберем когда-то. Так, ну давайте. Раз, два, три. Бум! Ну, 5 осколков Махатмы, конечно, весело. Ну, хотя бы сетик у нас есть уже. Еще один сетик рвения. Отлично. Это радует. Первый сет. И вау. Мега награда, конечно. Ну. И на этом спасибо, HG. 3 осколка начала Огника у нас уже есть. Так, окей. Поехали, открываем карты. Ребятушки, плюс еще одна имба у нас есть. Дерево. Плюс деревце мы открыли. Отлично, у меня дерева здесь не было. Теперь у меня есть... Наконец-то, ребятушки. Где там оно? Где наше бревно? Еще плюс один герой. Я считаю, мега-мега удача у нас. Мы сейчас еще заролим. И выбьем еще космо, наверное. Так, отлично. Ну что, поехали. Мега роллинг, ребятушки. 3400. Бум. 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 Где моя имба? Это какой суккуб? Укротитель. Это хорошо. Это отлично. Дед Мороз, ребятушки. Плюс 2 героя. Дедушка Мороз и Укротитель. Это те герои. Укротитель мне на Архидемона нужен будет. А Дед Мороз... для фарма подземок. Ну, посмотрим, какие там будут талантики у них. Их надо будет однозначно еще прокачать. Да, это очень много времени уйдет. Но, ребята, плюс 4 героя. И укротитель. Отлично. Сарделька растет. Не по дням, а по часам. Ничего себе! Даже талантик выпал тот, который нужен. Ну, тут понятно, СУ это фигня. Четвертый разбросик. Дедушка Мороз, Берц. Ну, и на этом спасибо. Вот так вот, ребят, такой вот трешечок у нас. Я вам показал, какие плюшки, какие награды. Я считаю, это одно из самых топовых событий было в этом году для бездоната на русском сервере. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.